Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. 13 монет мы с тобой забираем. Так, смотрим, что у нас есть по прокачке. Ничего, на пейпер не хватает буквально одной карточки. О, на Джо очень много нужно. Так, ну что, пойдем, наверное, на карту. Мы с тобой остановились. Так, что тут у нас? Ага, домик черепахи появился. Значит, 41-я миссия у нас на кону. Я, наверное, возьму Джо. Да, скорее всего, начнем именно за него. Ну что, поехали. Как всегда, разборки начались. Дождливые деньки. Воу-воу-воу, это надо сносить, кстати. Пока есть такая возможность. Есть контакт. Так, подожди, утка. Блин. Комариное отродье. Да елки-палки, я его и не увидел, этого скунса-то. Да чтоб тебе, ну. Так, пора, наверное, тут лучше сделать так, согласись. Да заколебал ты там уже, а. Так, у нас патронов есть? Пока хватает вроде бы, пока. Да бросай ты свой динамит-то, господи. Ну и куда ты прешь? Блин, 11 патронов. Ну давай, 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 3. Зашибись. 3 патрона, и как вы хотите, чтобы я тут выиграл? Есть. Тютелька в тютельку уложился, ты представляешь? Это все нужно было рассчитать. С точностью, извини меня, до патрона. Так, ну явно, что мы здесь вот не заработаем, да? Понятно, всего лишь один светлячок. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Серия побед, это 13%. Так, монетки и пейпер как раз нам не хватало, да? Для того, чтобы ее прокачать. Ну что же, сейчас мы это с тобой и сделаем. Где она? Вот. Прокачка до какого? До 5 уровня получается. Так, у нее открывается тоже хамелеон Рой. Ну, тут и оно. Ну, а мы с тобой идем со спокойной душой на 42 уровень. Блин, я что, взял пейпер? Ух, сезон дождей. Блин, вот это вот плохо. Да сгорите вы уже, ё-моё, в конце-то концов. Так, давай сюда зашвырнем. Я все никак не могу, ребята, кнопки переставить, чтобы мне... Не лазить туда в инвентарь мышкой, а просто нажать и выбирать таким образом. Так, я думаю, что они сгорят. Так, уточек. Тут главное уток не пропускать, потому что, ребят, без уток у нас все будет... Успел, я успел вырвать. Так, 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 тихо, 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 тихо. Давай вот этого вот. Блин, я мышку иногда теряю. Так, там комару минус. Я просто смотрю за своими патронами и немножечко, ребята, в шик, потому что их становится очень-очень мало. Но, слава богу, здесь хватает, да? Все, разобрались. Еще 13 у нас с тобой тостеров было в запасе. Я считаю, что это неплохой результат. Да, по одному светлячку получаем. Фиговенько. Так, что у нас? Серия побед. Так, монетки, дядя Волосач. Ну и нас, наш заморозчик. Окей, двигаемся дальше. 43-й. Что у нас тут в магазине показывают? Бесплатно. Ну давай возьмем, раз бесплатно. Здесь у нас сколько карточек дают? Одну. Я вообще не вижу, есть ли смысл тратить карточку на сварщика. Нет, беспонтово. Ну что, 43-я миссия, вперед, как говорится, из песней. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Да, легко тебе сказать. Так, эти комары достанут, а. Так, ну вас еще тут не хватало, а.
Так, эту муху надо уничтожить. Блин. Не шутка, не шутка совсем здесь. Смотри, уже как плотненько они идут. А я не могу вот эту штуку подбить своими тострами. Утка, иди сюда. Блин, она мне дала всего лишь хп. Нафиг мне хп. Ай-яй-яй-яй-яй. Че, походу дело фейл, да? Ладно, попробуем отбиться все равно. 20 тостов. Всего лишь 20 тостов осталось. Так, сюда. Утку отдай. Давай сюда забросим. Еще сюда. Все, у меня закончились, друзья мои, патроны. Твою налево. Ну что, придется тратить на одного крокодила какого-то, а? Несчастного. Все. С горем пополам прошли, но не без затрат. Так, одна утка. Да, два светлячка. И уровень у нас 43-й. Так, получаем с тобой большой сундук. Монетки, дядька волосач, сварщик и гемы. 4 штуки. Окей. Ну что, переходим с тобой на 44-ю миссию. Опять же будем играть за Пейпер. Бойся, бойся, как можно сильнее. Кого бояться, вот этих вот олухов или вот этих вот с аркебузами? Так, поджариваем этих всех гаденышей. Так, главное не пропускать уток, потому что именно они дают нам снаряды, хилку, да и все остальное. Ну отвали ты, а! Так, уточка куда полетела? Еще одна. Шикарно. Бомбим, бомбим, бомбим. Что есть мочи. Вот так вот. Экономия должна быть экономной, верно? Несмотря на то, что у нас, конечно, тянется здоровье. Фиг с ним. Главное, мы не тратим с тобой кристаллы и проходим эти уровни. Причем один за другим. Ну что, прекрасно, шикарно. Да и фиг с ним, что не все светлячки. Главное, что мы прошли. Так, ну что, 40% серии побед. 13 монет, тормоз Джо. И опять же, Пейпер. Пока все идет хорошо. Ага, у нас скоро, кстати, появится новый противник. Это, по-моему, Бронтозавр, насколько я помню. Тут, кстати, домик черепахи. Уже подкрались мы. Последняя энергия у нас остается. Это, по-моему, продержаться 60 секунд, если я не ошибаюсь. Продержись 60 секунд. Я понял. Они нападают один за другим. Намек ясен. Намек ясен, что они сейчас будут тут меня люто бомбить, да? Окей. Ну иди сюда, крокодильчик. Я тебе быстро сейчас рыльце-то тут размажу. Комарьё, отвалите. Так, гранаты есть? Гранаты есть. Бросаем. Раз. Два. Блин, а патронов-то мало? Слушай, что будем делать? Утки нам дают, но не то, что нужно. Ух ты, сколько там? 12 секунд еще нужно прождать. Все, у меня закончилось. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Трэш. Ну, прошли же. Прошли. Один светлячок всего лишь нам достался. Да и фиг с ним. Так, серия побед. Дальше нам монетки, тормоз Джо и опять же Пейпер. Когда мне дадут нового персонажа, а? Угу, да, я был прав. Вот он, тот охламон. Ух ты. Сварной может прокачаться. Угу. Так, у него тоже открывается кузен Рой. Тот самый хамелеон. Но я буду играть все-таки, наверное, за тормоза Джо. Поехали. 46-я миссия нас ждет. Нашествие монстров. Броненосец. Ё-моё, он еще с какой-то взрывчаткой. Да ну. Что-то, слушай, я... Да хорош. Нифига, я что-то не помню, чтобы они такие мощными-то были. И это только один.
А представляешь, если их будет целая орда, а? Так, что-то мне не нравится, как у нас тут идут дела с тобой. Совсем не нравится. Вон он, еще один броненосец идет. Так, давай-ка вот так попробуем. Блин, он же сейчас покатится, верно? Угу. Да не хватает мне-то, понимаешь? Не хватает. Да ну, ребят, что-то какая-то фигня получается. Да ты достал же своей аркебузой-то. 10 патронов у меня на все про все. Меньше даже. Последняя волна, зашибись. Бросаем. Я вот как должен тут на 11 патронах выживать? Вот скажи мне, на 4. Да-да-да, я понял. И гемов у меня нету. И это меня не спасает вообще никаким образом. Не, ребята, все, фейл, короче. Запинали меня тут. Кузен, а ты, я так понимаю, только против комаров, да? Этих ты не хочешь трогать. Здоровски, меня убили. Не сдавайся еще, главное, пишут. Ладно, я возьму, наверное, дядьку Волосыча. Он, по-моему, будет поэффективнее здесь. Так, где ты там? Вот он. Ну что, попробуем сейчас им пройти. Да, беда какая-то с этими патронами, если честно. А тем более, когда на тебя вот эти вот чувачки прут. Допустим. Так, утки, утки. Главное тут, ребята, утки. Не забываем их собирать. Так, забросим. Горят? Горят. Так, подожди, подожди, подожди. Давай сюда. Сюда. Ну, ты успокоишься? У Волосача очень быстро заканчиваются патроны. Очень быстро. Быстрее, чем у кого-либо. Так, ладно, предположим, я здесь отбился. Но ведь еще будет волна. Еще будет волна. Забросил, типа, да? Ну вот как, вот как ты здесь, вот, извини меня, пройдешь? С 10 патронами, ребят, ну это нереально. Все, у меня закончились патроны. Как тебе такой вот подход? И тупо стоишь и смотришь, как тебя разбирает. Не, ребят, это полная фигня. Волосач не тянет. Причем я ни одной утки не пропустил. Ни одной. Ну что же, тогда нам остается взять вот этого, наверное. Попробуем, хотя он вообще вата-ватная. Другого варианта нету. Блин, да, застрял я на этой нашествии монстров. Давай ты перезаряжайся уже быстрее. Что ты там свою аркебузу достал, а? Видишь, он стреляет именно точечным выстрелом. Оглушил. Очень много мы тратим на него. Ну, сдохнет уже. Сколько у меня там? Патроны есть пока, да? Да дуплись ты, говорю тебе, а. Бежит такая довольная. Так, закинем сюда. Сколько? 88, да? Так, утка. Еще одна утка. Забрасываем сразу же. Ну, где наше, блин, накопление? Да пускай взорвется, фиг с ним. Лучше пропустить здесь взорвется, пускай, чем на нее столько тратить патронов, согласись. Наверное, так и надо было мне делать. Позволять этим бронтозаврам подходить и взорваться. Чем столько патронов на них тратить. Так, ну что, прошли с горем пополам. Ты сам все прекрасно видел, сколько я раз попыток сделал. 2. Так, 8 монет. Пейпер и волосач.
И двигаемся дальше. Так, а вот у нас и 47-я миссия. Мы проходим, получим с тобой обалденный куш. Может быть, даже нового персонажа. Да воцарится хаос. Такой. Я не буду его трогать, пускай он идет и взрывается. Слишком он мне дорого обходится. Так. Муха, ты заколебала здесь. В принципе, эти тоже мне... Блин, да ё-моё, хотел сбросить снаряды, а вспомнил. Ёк-макарёв, ты смотри, что происходит. Так-так-так, сколько у меня? 127 патронов, пока хватает. Муху подбили. Пора бомбить. Еще возьмем с тобой патрончиков. Где-то муха. Блин, какой кузен? У него кузена нет еще. Думаю, такой, а где же, говорю, кузен, ага. Слушай, ну вот так вот и нужно делать, по ходу дела. Только вот таким вот образом мы можем с тобой выигрывать. Несмотря на то, что у нас ХП отнимается, но зато, по крайней мере, остаются патроны. Все, кажется, раскололи мы тактику. Ну, естественно, мы с тобой не пройдем на 3 светлячка, да оно нам и не нужно, потому что копилка полная, и платить за нее 400 рублей я не собираюсь, чтобы вскрывать. Так, серия побед. 10 монет, Пейпер и Тормоз Джо. Окей, продвигаемся с тобой далее. Угу. Так, 29 монет. Пейпер, 5 карточек. На сварщика тоже 5 карточек. На волосача и сколько там? 13 кристаллов. Вот это я называю награды. Слушай, а этот чувак что-то мне стал нравиться. Блин, защита куриц. Слушай, здесь, наверное, надо брать волосача, мне кажется. Наверное, будет так лучше. Крылышки гриль. Сложный уровень. Попробуем. Окей. Ну. Скунсы фиговы. Давай, 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 горите все там. Минус. Минус. Так, бегут, бегут уже архаровцы. Так, этот сгорел. Сколько патронов маловато у нас остается. Очень мало патронов. А еще волна, да? Еще волна. Так, забрасываем, конечно же. Ну. Блин, у него нету хамелеона, получается, да? Давай сделаем так. Разобрали, разобрали и последний. Есть. Фух, смотри, с патронами опять была беда. Тютелька в тютельку. До нуля мы с тобой отыгрались. Ну что же. Уровень у нас пройден. Идеально причем. Так, неплохой сундук. Монеты. Сварщик и опять же волосач. 5 карточек на волосача, и мы сможем его проапать. Так, ну что, двигаемся с тобой на 49-ю миссию. И здесь я, наверное, возьму, да, нашего заморозчика. В принципе, он неплох. Продержаться еще день. Я не буду этого бронтозавра, пускай он взрывается. Я тебе говорю, на него тратим больше патронов, убивая его, чем когда он вот так вот подходит и взрывается. По крайней мере, в этих утках мы можем с тобой найти что? Хилку. Ага, они вон как уже тактику взяли. То есть они теперь сразу начинают выпадать на нас и бомбить. Так, ну что, где там? А, все? Так быстро. Пси. Нормуль. Вообще какой-то изящный уровень был. Так, сундук, смотри, какой прикольный. Так, 11 монет. Ага, сосед Вилли. Новый персонаж. Всего лишь 2 кристалла дали мне.
Ну что же, уже появляется новый персонаж, и это хорошо. Я не помню, что он, правда, делает. Так, мы даже можем сразу его прокачать. Улучшим. Да, ты видел? У него енот на голове живой. Так, протестим. Обязательно мы его протестим. Давай начнем. Ага, понял. Здесь энергия закончилась. Вот как раз сейчас мы его и проверим на вшивость. Поехали. Так, чем он там стреляет? Угадай, кто здесь? Крокодил, блин, кто здесь? Я не могу понять. У него такой же дробовик, как у нашего Джо, только, наверное, быстрее стреляет и мощнее, давай скажем так. Он мощнее в разы, посмотри. Просто вырубает. Но и патронов мало. Так, что делает капкан? Просто оглушает и все. Такой расклад мне не совсем устраивает. Так, патронов-то, патронов-то, посмотри сам, сколько у нас остается. Вообще мало. Так, вырубил. Так, бросай капканы, потому что у нас вообще беда с патронами. Минус. Минус. Фух. Ну, он крутой. Он крутой, вижу, у него какие-то патроны, извини, не синие, а не красные. То есть дамаг просто офигенный. Ну-ка, что нам тут? Серия побед, это, понятное дело, монетки, пейпер и волосач. Одну карточку дали. Прекрасно. 51 уровень. Так, а тут у нас Босяцкий будет, да? На 60-м. Кого бы нам с тобой взять? Волосача? Или Свар... Давай Сварным отыграем. Потому что у него 3 энергии. Множество битв, множество побед. Так, подожди, подожди, подожди. Блин, ну все равно он слабый какой-то. Уток еще не пропускать, еще и этих дурачков здесь бомбить. Да господи. Я не успеваю что-то ничего здесь сделать. Они меня атакуют со всех сторон. Кузен Джо, Рой, точнее, помогай, пожалуйста. Так, забрасываем коктейлем Молотова. Выносим. Так, где он там прячется? На свою голову подбил, блин. Так, уточку забираем. И бросаем коктейль Молотова. Да ну, какая-то атака у Сварного вообще ни о чем, ребят. У нас очень мало здоровья. Где те самые, блин, утки, которые дают хп? Вот скажи мне, когда они нужны, ты их фиг получишь. Ждем. Еще наплыв. А, все? Слушай, я там уже думал, сейчас еще побегут. Ну что же, прошли. Так, и мы с тобой... О, сундук, 4 карточки. Деньги. Так, Фрусти. Пейпер. И один кристалл. Кристаллами, конечно, нас тут не балуют, ты сам видишь. Ну что, Джо, у тебя 3 энергии. Поехали. Будем за него бомбить. Перехитри монстров. Да как ты их перехитришь, блин? Этих оболтусов. Это практически невозможно. Да хорош там шипуна-то выдавать. Как ты меня, комар, достал, а? Так, бросаем. Этих черепах тоже, блин, бомбить себе во вред, себе в ущерб, я так сказал. Это только против комаров помогает мне, кузен Рой. Так, давай вот сюда, пока они тут в кучке стоят. Так, нормуль. Минус. Сколько там патронов? 4 патрона. Ага.
Найс. Фух. Я специально, ребята, пропустил енота, потому что если бы я на него начал тратиться бы, мы с тобой черепаху просто не завалили бы. А так прошли, пускай не идеально, но все-таки. Открываем сундук. Серия побед. Сварной и сосед Вилли. Так, ну что, и двигаемся с тобой дальше. 53-я миссия. Блин, до Басяцкого-то мы с тобой дотянем хоть? Хватит нам энергии, чтобы его побить или нет? Вперед, вперед, вперед! Как же я не люблю, ребят. Вот эту штуку надо подбить. Ну... Блин, эти ящики вообще не в тему здесь. Так, там бронтозавр. Я на него не буду, ребята, обращать внимание. Пошел он. Пускай взрывает. Вон ту штуку нужно взрывать. Отлично, я ее разнес. Ё-моё. Да хорош уже, успокойтесь. Так, муху подбили. Теперь бросаем динамит. Этого вынесли. Так, тихонько, этого тоже вырубили. Раз, два. Так, здесь сейчас мы забобим 7 патронов, ребята. Вот как хочешь, так и делись. Когда у тебя 7 патронов всего лишь. Два. Угу. Как ты вот прикажешь мне здесь? Все? Фух. Придется покупать. 12 патронов. Хватит ли мне этих патронов для того, чтобы победить? Вот скажи мне на милость. По идее, хватит. Этот сейчас взорвется и все. И уровень будет пройден. Нормуль. Ну что же, продвигаемся с тобой потихонечку дальше. Я уже даже не обращаю, насколько мы тут прошли светлячков. Тут уже главное, что вообще прошли. Так, волосач, Фрости и все. Так, ага, ты смотри, у нас тут еще появился панцирь черепахи, естественно, домик, где мы с тобой сможем... Слушай, а нам случайно не нужно будет определенное количество светлячков, чтобы пройти этот этап? Ты видишь, тут 180 написано. Надеюсь, они меня пропустят. Ну что, поехали. Берем с тобой соседа Вилли. Где мой гриль, чувак? Суперсложный уровень. Зачем мне суперсложный уровень, а? Да, он, конечно, бомбит нехило. Тут не поспоришь. Капкан его идеально срабатывает. Но опять же, повторяюсь, патронов ограниченное количество. Бросаем капканы. Просто вынос мозга. Смотри, как он фигачит. Тут каждый патрон на вес золота. Так, 14 патронов у меня. Давай, 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 давай. Еще будет волна, что ли? Блин, а у меня... Зашибись. 7 патронов. 2 патрона. И как? Вот так, что ли, есть только? Трэш. Все гемы просто, ребята, раздал. Не хватило буквально чуть-чуть. Ай, обидненько, конечно, обидненько. Ладно, прошли. Потратили гемы, но прошли. Конечно, идеально. Опа, смотри, какой сундук офигенный. 43 монеты. О, сосед Вилли прокачается. Так, сколько тут? 4 кристалла. Так, ну что, соседа сразу прокачиваем. Однозначно, тут даже не обсуждается. Так, третий уровень. Конечно, будет попроще, когда у нас появится второе оружие. Там уже будем наяривать пожестче.
Так, 55-й этап. Ну что, опять же будем играть за соседа. Оказывается, монстры существуют. Офигеть, ты обрадовался. Мы уже с тобой фиг знает сколько играем, и ты только сейчас увидел, что монстры действительно существуют. Этих даже трогать не стоит. Пускай едут, у нас с тобой очень много здоровья. Комаров, кстати, тоже можно не трогать. А, нет, здесь стоит, у нас же нету этого Джо. В плане... Вы... Ты прикинь, у нас уже кончились с тобой патроны. Ну это, конечно, тупость. Я даже половину волны не прошел, прикинь, патроны закончились. Ну что, сдаваться придется. Гемов даже нету, чтобы я мог что-то здесь себе прикупить. Хорошо, сделаем тогда по-другому. Раз соседушка не справляется, мы возьмем с тобой. Либо Пейпер можно взять, либо Джо. Либо Фрости, кстати. Давай Фрости попробуем. Так, не отвлекаемся с тобой на енотов. На мух тоже. Хотя нет, мух. Мух-то надо бомбить. Видишь, он дает мне лечилку. Нафиг мне твоя лечилка нужна. Так, эти пускай едут. Так, тут главное крокодилы и москиты. Каждый патрон, блин, экономить надо. Четыре патрона, ну вот. Ты будешь бомбить сегодня или нет? Так, ребят, не знаю, что из этого получится у нас. Вот и все, что получилось. Я опять фейлюсь. Ай. Не хватило буквально там чуть-чуть. Так, а тут пауза есть? Я хочу поставить вот взрывчатку на кнопку. Ну, я даже не знаю, давай попробуем тогда взять. Опа. Волосач у нас, оказывается, прокачаться может. Так, до 6 уровня. Слушай, ну это круто. Может быть, его взять нам? М? Он тоже бомбит очень быстро. Ладно, я попытаю. Попытаю счастье. А вось все-таки что-нибудь получится. Так, утки. Тут главное, друзья мои, утки. Эти пускай едут. На них не обращай внимания. Бросаем. Все нужно рассчитать, блин. Прям до мелочей. Ну вот как ты тут вот рассчитаешь до мелочей, блин, если... Давай забросим. Так, и... Да ладно. Получилось, прямо на последнем патроне, ребят. Все отлично. Не подвел меня волосач. У нас все шикарно вышло. Ну, значит, мы переходим на следующий с тобой уровень. Так, 8 монет. Фрости и Сварной. Самый, мне кажется, плохой здесь — это Сварчик, персонаж. Ну, как по мне, я не знаю, как вам, друзья. Поехали. Возраст делу не помеха. Как сказать? Как сказать, да? Так, закидываем. Самые страшные — это именно те, которые наносят физический урон именно вблизи, ребята. Мухи, с ними можно справиться. Еноты, они взрываются. Поэтому как бы на них тратиться не стоит. Тем более с нашим тут экономией, как говорится, патронов. Видишь, пока все это терпимо. Пускай плывут. Здоровья тут у нас хватает еще с тобой. Мне уже, как говорится, плевать на этих трех светлячков. Они нужны лишь для того, чтобы мы с тобой могли набить сундук и его открыть за деньги. Как ты понимаешь, я вкладываться не собираюсь. Донатить сюда. Так что мне это не обязательно. На 3 светлячка там проходить, куда хоть на 10. Тут суть главная — вообще пройти. Так, минус и минус. Давай этих уничтожим, потому что все равно вон
Еще, как говорится, ать, не успел. Ладно, фиг с ним. Да, поздоровье мы всегда будем с тобой в проигрыше, но зато в остальном будем в плюсе и будем проходить с тобой этапы. Окей. Так, сундук забираем. Монеты, Фрости и Волосач. Нам остается совсем немножко. 4 уровня, 3 даже. И мы с тобой встретимся с Босяцким. Ну что, Волосач, погнали. Люби врага своего. Это не уничтожается, понял. Так, иди сюда. Ну куда ты бежишь, тортила несчастная? Енотов не трогаем. Вот с аркебузой, да, бомбить надо. И, конечно же, вот черепах желательно бомбить. Сгорели? Так, начинается, короче, там заварушка. 36 патронов. Блин. Ох ты, бобер, я тебя что-то пропустил. Пропустил, ребята, бобра. Все, что ли? Ти. Моя тактика работает. И возьмите ее на заметку. Ну что, а мы с тобой продвигаемся дальше. Сундук только откроем. 12 монет плюс дядька Волосач и Фрости. Кстати, Фрости, по-моему, у нас может прокачаться, насколько я могу понимать. Мы сейчас с тобой посмотрим. Нет, не может. Или может? Может, ребята, может. Так, ну что, 25 монет мы тратим. Ага. В плане. У него открывается вот эта пушка на 4 уровне. Зашибись. У него открылось, прикинь, дополнительное оружие. Так, ну что, берем с тобой, наверное. Может, Фрустину взять, а? Так, здесь у нас 60 секунд, да? Возьмем тогда лучше пейпер. Я думаю, мы здесь сможем ей продержаться. Те самые 60 секунд. Время выживать. Так, этого мы трогать не будем. Пускай спокойненько себе идет. Так, кузен Джо, я думаю, мне тут поможет. Так, эти сгорят. Так, давай закинем туда. Опа, нормально. Тихо. Закидываем. Еще. И еще. Подарочками их с тобой забрасываем по полной программе. Сколько? А, все, мы с тобой прошли. Я, кстати, еще одну фишку понял, ребята. Если ты бросаешь гранату и оглушаешь их, время играет на нас. Они стоят оглушенные, а секундочки тикают. Вот так вот. Ну что же, нам с тобой остается совсем чуть-чуть, и мы получим черепаший сундук. И мало того, что черепаший сундук, мы перейдем с тобой на новую главу абсолютно. Так, 59-я миссия. Что у нас здесь? Мы далеко зашли. Ну, возможно. Хотелось бы подальше, конечно. Давай, жарим. Бросаем. Так, норм. Вот эту вот чувырну завалили. Так, сюда вот прям. С оглушением. Они как раз еще поджариваются. Уточку не пропускаем. Так, подожди, что-то у вас тут... Много ли? Мне так кажется. Эй, погоди, что-то у вас так дофига-то? Давай, так атакуем. Забрасываем. Все, кажется, прошли. Ага, прошли. Еще не прошли. Ты сидишь, свежая волна. Но это последняя уже. Вот теперь идеально. Фу, еще здоровье осталось. Половина столбочка.
Так что нормально, ребят. Так, давай мне сундук. Где он там? Вот он. Так, выпадает нам с тобой 11 монет, пейпер и фрости. Ну, а у нас, по-моему, все, ребята, финалочка, да? Да. И здесь будет босс-крокодил. Вот сиди и думай, кого нам лучше здесь взять. Давай, наверное, возьмем с тобой соседа. Попробуем им отыграть. Король монстров. Здоровый аллигатор, босс. Так, а что нам... А, нам нужно по нему стрелять. Все, я вспомнил. Так, он будет просыпаться или нет? Я думаю, он так и будет валяться. Так, он что-то там в меня отрыжкой, что ли, своей бомбит. Так, слушай, я его сейчас запинаю, ребят. Смотрите. И все? Нет, ребят, по-моему, не все. Волна-то продолжается. Я тебя умоляю. Это что за босс такой? Мне кажется, когда игра была в демо-версии еще, да? В тестовом релизе. Этот босяцкий, по-моему, там был сильнее. Ну ладно. Главное, прошли. И сундук мы с тобой должны получить. Да, вот он. Так, тормоз Джо, 3-4 монеты. Фрости, 6 карточек. Пейпер, 3 карточки. И кристаллы, аж 7 штук. Ну и мы с тобой переходим на эпизод второй, друзья. Второй эпизод у нас, где будут крокодилы разных мастей с ножами. Там, по-моему, какие-то скрытые, плюс слизни здесь у нас уже пойдут. А здесь... А, вот здесь можно пейпер, кстати, прокачать на 6 уровень. Я, пожалуй, так и поступлю. У нас что-нибудь откроется? Нет, новенького у нее ничего не открылось. Ну и зря. Ну что, ребята, а мы, пожалуй, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.